Всем привет! Вы на канале Марк. Я расскажу про сегодняшнюю историю. Сегодня было... Вот, вы даже не поверите, что это было. Сначала вот все по порядку. Была первая перемена. Мы пошли в рыгальник. Ну, в едальник. Буфет нельзя. Ладно, буфет для нас прикрылся медным тазом. Потому что мы на второй смене, и уже на второй перемене он не работает. Или... А да, уже не работает. И не поесть, ничего не поделаешь. И потом мы с моим другом, вот как идиоты, попёрлись в туалет. И мы услышали краем уха, как говорится, что не будет света одну годину. Мы такие, ладно... И в коридоре не было света. Ну, такие, ну, ладно, поживем. И представьте, мы заходим в туалет, и там нету света в туалете. Как можно было допустить, чтобы в туалете не было света? Вот, мы заходим в туалет, и представьте, там вот с нашего класса половина врывается, ну не врывается, заходит и такие, о, чё, нету света. Тыкают на выключатели, а мы там вот во втором классе поставили двери, и мы от них прятались, ну на всякий пожарный. А то они нас всегда бесили. Ну, и потом дальше мы вышли, урок, ладно, такие... Ну, его пробежался там на третьем этаже. И потом нас на этой перемене отругали. Ну, что-то такое было. Вторая перемена, точнее, уже третья, последняя. Мы с Егором пошли. Как вы думаете, куда? В туалет. И представьте, мы пошли в туалет, и там врывается с четвертого и с пятого класса. Вот два класса, половинка того, а нашего там вообще не было. Нету света, там все, там вот один, где-то три или два врываются и с телефонами, и они светят. Вот, не на нас, мы были в их числе, только с третьего класса, а не с пятого. Мы были в их числе, так сказать, из нашего класса. Кроме нас ничего не было. Все там начинают кричать, орать, как бешеные. И мы такие, о боже, что происходит? Ну, и мы начинаем танцевать. И мы такие, давай устроим тут тусу. Ну и такие, о, прикольная. И старшаки такие, о, прикольная идея, а что? Туса в туалете. Ну, звучит же нормально. Ну, звучит же нормально, туса в туалете, в кавычках. И потом кто-то из них включает писсуар. И как вы думаете, что происходит? Там смыв воды происходит, ну, обычный. И вот начинает с этого писсуара выливаться вода. Ну, мы такие, они что, все решили... испортить нам. Мы такие, ну как можно? И реально, вот не из писсуара выливается вода, а именно выливается вода. Вот они же просто, наверное, слишком сильно воду включили из трубок, которые к нему подключены. Вот оттуда выливается вода на пол. Я даже помню, как когда-то оборвался кран во втором или в первом классе. И представьте, если вы все, вот там вот было сантиметров воды 5, ну 6. Ну, и мы такие, ну, они не затопили, конечно, потому что там надо нажимать кнопку одну, ну, все-таки странно. И потом, я не понимаю, чего они заглядывают под кабинки и ржут. Вот, точнее, под кабинку именно среднюю.
И как вы думаете, что там было? Кто-то какает или что-то еще похлеще? Ну, давай, думайте, думайте. И там валялось чуть-чуть какашинок. И как вы думаете, что в какашках было измазано? Ну, что валялось на полу? Нет, я не эту картинку, кстати, если была картинка, то тогда я вам показал, только кроме какашек. Ну, и там все, и там до сих пор не включился свет. И представьте, там вот как обычно вот смеются. И ладно, я вам расскажу. Пачка сока. Там же нам сегодня в буфете, точнее не из буфета, а давали пачки сока. Ну, чтобы мы чуть-чуть попили. Ну, так просто. Сока, чтобы мы попили. И Костя решил этот сок взорвать. Ну, его никто не собирался взрывать, просто он там кинул пачки сока. И бедные, хотя не бедные уборщики, мы их наказываем заставляться уборкой. Как? Не хочу вам говорить, но вы все поняли, надеюсь. Ну, мы... И мы просто ржем. И там заходил, встречайте нового персонажа. Юра. Да, Юра, просто Юра. И мы сегодня сделали очки. Ну, как я уже говорил, не новый персонаж, ну, довольно старенький. Он с первого класса. Ну, это мы уже опустим далеко-далеко. И этот монстр заходит в туалет. И потом, как вы думаете, что происходит? Я стою возле выключателя света, ну, под ним, можно сказать. И, как вы думаете, что происходит? Он заходит в туалет, я под выключателем света. И вы поняли связь? И вы, наверное, уже уловили связь. Когда он зашел в туалет, как вы думаете, я выключил свет, как я и говорил, наверное. Я выключил свет. Как вы думаете, что произошло? Меня наказали. Он все рассказал. Он чуть-чуть покричал на меня. Нет. С туалета понеслись крики. Так, и такие жесткие крики. Что такое чувство, что там был создан портал в ад, и его туда утащили. В черный ад. В темный ад. И он такой, я представляю, а он же боится высоты. Ну, может, он тоже боится темноты. Ну, не как я, а как кто-то, может, еще боится темноты. Вот. И реально оттуда понеслись крики, ор. И я такой, да, yes.